Всем привет! Наконец-то я получил новый Mi Band 5 с NFC версия. Приходит вот в такой вот коробочке, ничего обычного. В общем, очень похоже на четвертую версию, которая была до этого у многих. Вот она лежит. Пятый я уже ношу несколько дней и смотрим, чем они отличаются по виду, как по мне, два одинаковых Mi Band а. ничем не отличаются. Единственное, здесь у нас подкова, здесь у нас кружочек. Это единственное отличие NFC-версии от не NFC-версии. Как мы видим, экранчик якобы стал чуть-чуть больше, но, не знаю, по мне не очень заметно, что он стал больше. Но э, в первое время мне очень казалось, что сам, сама капсула стала больше. Давайте это проверим. То есть вот они, две капсулы. На вид вроде бы как бы одинаковые. И по толщине, и по ширине, и по высоте. И даже, смотрите, контактные базы одинаково находятся. Ну, давайте линейка не зря здесь лежит. И посмотрим, сколько у нас 4,6 и Старый Mi Band и длина нового Mi 4,7 1 мм, ну я думаю, это слабо такое значение, чтобы можно было его заметить. Здесь у нас 1,8 и здесь у нас ну, также где-то 1,8 или 1,9. Вот, ну, в общем, визуально они якобы одинаковые, но в первое время кажется, что Mi Band 2, он, о, Mi Band 5, он больше. Вот, ну и смотрите, они хитренько так сделали, смотрите, вот Mi Band 5, вот он с этой стороны, у него более плоская, Поверхность задняя, здесь она более круглая. И мне кажется, из-за этого есть такой эффект, что мибенд старый чутка поменьше. Здесь также все, как вы видите, да, мне кажется, похоже. Также горела глаз какая-то стоит, какая, я так и не понял, какая версия, но стекло 2,5 d, то есть оно у нас закругленное. То есть закругленное как на старой версии на четвертой, так и на пятой. Взял с NFC. Почему с NFC? NFC не работает. Не работает у нас сейчас. Так что, если брать с NFC, если вам нужно именно NFC, то есть версия Mi Band 4 с NFC. Она у нас в России работает. Вот. Пятая версия не работает никак. То есть, есть вероятность, что, скорее всего, ее скоро представят официальную версию с NFC и глобальную, и тогда на FOPDA, как всегда, можно будет ломануть эту прошивочку и поставить уже сюда обновленную прошивку, которая будет использовать NFC. Так, теперь давайте проверим, подходят ли старые ремешки к новому Mi Band. Они подходят, но не очень то, что подходят. То есть у нас здесь есть какой-то не знаю, ну зазор не зазор, то есть, ну немножко не очень оно подходит. Так как вы видите, он наделся, то есть, его можно носить, но немножко не подходит. Давайте посмотрим наоборот. Старая версия капсула входит также в новые мибенды и также есть такая же проблема, что она входит не до конца, то есть с задней стороны, смотрите, оно здесь вот немножко топырчится, сюда будет собираться грязь. Самое главное обновление нового Mi Band а появилась вот такая зарядочка. Зарядочка у нас магнитная, то есть просто примагничиваем и пользуемся, не снимая вот этот ремешок. То есть реально она хорошо магнитится, то есть вот без проблем держится линейка. Для старой версии я покупал вот такую зарядку, это зарядка от компании... Нилкин и в общем пользовался ей. Здесь у нас вот такой, вот, не знаю, зажим и с помощью него можно было пользоваться Mi Band 4, не вытаскивая его, ну капсулу не вытаскивая из ремешка. И в общем-то меня это, ну как бы не очень устраивало, потому что в контакты попасть было очень сложно, надо было пошевелить, чтобы началась зарядочка. Здесь же, как мы видим, просто прикладываем, вот так вот все собирается и можно уже использовать, заряжать. В чем разница? Ну, во-первых, это экран. Во-вторых, более точные стали датчики. То есть они у нас лучше считают шаги, лучше считают сердцебиение. И есть такое миф, мнение, не знаю, надо проверять, что версия с NFC у пятого Mi Band лучше считает шаги, ну и лучше вообще сами датчики, то есть и сердцебиение лучше считают более точные, в общем, я бы так сказал. Но э, это, в общем, пока миф и точных таких э, замеров я не видел. Может быть, они, кстати, уже и появились в интернете, но ходит пока такое мнение. Я все-таки за то, чтобы брать всю именно китайскую версию, потому что всегда ее можно перепрошить. Если у вас тем более Android телефон, то стопроцентно можно спокойно перепрошить и все. Появились новые функции, такие как стресс, добавились какие-то спорт какой-то, добавился там, ну, вы знаете, там есть бег, велосипед, еще что-то, но новые, новые добавились виды спорта. Так, что еще интересного по расходу аккумулятора. Новый Mi Band стал быстрее разряжаться, хватает на сутки где-то 6%, процентов, уходит у него 6-7%, и это если получать уведомления, включен Bluetooth, постоянный мониторинг сердцебиения, то есть, ну, по полной используем, и его хватает вот 6% в сутки. То есть, считайте, сколько чего уходит. И этого же браслета хватает намного дольше, но это более старая версия, и Честно, я пока не вижу смысла обновлять старую версию на новую, пока не появится полноценный рабочий NFC. Так что ждем обновления Mi Band 5. Когда выходит, наверное, глобальная версия, ее сразу ломают на FPDA и мы получим новое обновление и новые возможности Mi Band. В остальном все то же самое. Так что с 4 версии практически. Ну, я не вижу каких-то серьезных обновлений, ради которых стоило бы покупать пятую версию. Пишите, что вы думаете в комментариях. Всем пока.